самом центре Москвы, в выставочно-концертном зале на Пушечной, расположился трехмануальный орган – музыкальный инструмент с величественным звучанием и палитрой ярких тембров. Богатые возможности позволяют ему участвовать в проектах самых разных стилей – от Баха до рок-музыки. Очень интересны эти концерты будут и родителям с детьми, потому что здесь звучит не только король инструментов орган, а еще и песочная анимация, удивительный рассказ ведущих. Это будет захватывающе и увлекательно. Орган прекрасно сочетается с академическим вокалом, скрипкой, виолончелью и арфой. Органичен с фолк-исполнителями, например, с волынкой или мандолиной. Орган в ансамбле с фортепиано, ударными или саксофоном позволяет взглянуть на знакомую музыку совершенно по-новому. Начиная с сентября будут проходить органные концерты, приуроченные к органному фестивалю в Цидри. Высокие потолки старинного здания Центрального дома работников искусств создают прекрасные акустические условия для короля музыкальных инструментов. Ждем каждого из вас на органных концертах Фонда искусства добра на Пушечной. Приходите к нам!